Партнер нашего предприятия «Лайон». Магазин одежды настоящих мужчин. Сорочки аксессуары на любой, даже самый притязательный вкус. Телефон 600960. И, конечно, главный организатор мероприятия, группа компаний «Велеса Коммерс», представляет выдающих денежных средств по залог недвижимости и авто. Сроком от одного дня и более мы всегда идем на встречу клиентам. Группа компаний «Велеса Коммерс» представляет срочный выкуп недвижимости и авто. Дорогие друзья, сегодняшний турнир «Сила славян» организован при поддержке промоутера Федерации профессионального бокса России, руководителя Волгоградской региональной молодежной спортивно-общественной организации «Спортивная держава» Василия Анатольевича. Давайте поаплодируем замечательного человека. Ну и сегодня праздник. Пока мы с вами поднимались в ресторан, народ гулял, воссоединение полуострова Крым. Сегодня мы отмечаем ровно год. Крым наш, друзья, аплодисменты. Давайте, друзья, сегодня сплошная красота. Давайте всем бойцам, кто уже выходил на этот ринг, поаплодируем. Супер бои. До последнего мили, с травмами, несмотря на все, шикарные, зрелищные поединки. Очень хочется, чтобы турнир, наш сегодняшний турнир стал как бы постоянным. Хотел подобрать это слово, стал постоянным турниром, потому что очень все круто. Вы знаете, хотелось бы рассказать небольшую предысторию перед финальным поединком, перед главным боем. Сюда выйдут очень большие ребята, супер тяжеловесы. Предыстория такова, что сейчас, вот буквально через несколько минут, на ринг выйдет наш гость, восходящая звезда ММА, смешанных единоборств, земляк нашего легендарного чемпиона Александра Поветкина, Даниил Арепьев. Это достаточно титулованный поэт, восходящая звезда, действительно. Давайте поаплодируем. И он прямиком из Курска приехал к нам сегодня. И при подготовке этого мероприятия, честно говоря, мы не будем никого называть, чтобы не обижать. Некоторые бойцы отказались выходить на ринг, чтобы встретиться с этим человеком. Ну что ж, многие бойцы отказались. Но все равно нашелся такой человек, который на вопрос, а ты выйдешь против него, сказал, да, конечно. Есть этот боец, и мы его, конечно, объявим. Друзья, наш финальный бой под ваши аплодисменты. Давайте поддержим, он выйдет первым в красный угол, того человека, который не отказался от боя с Даниилом Арепьевым. Это наш земляк Владимир Стукалов! Аплодисменты Владимиру! 31 год, вес 93 килограмма, мастер спорта по гиревому спорту. Представляет клуб «Сталинград», тренер, заслуженный тренер России по фортепиано Кучков Игорь Викторович. Итак, Владимир Стукалов! Победитель турнира «Сибирская сеча», земляк нашего чемпиона русского «Витязь» Александра Поветкина, русский богатырь из Курска, клуб
Бойцовский клуб «Олимп», город Курск. Тренер Шуклин Владимир Николаевич, Поздняков Виталий Юрьевич. Наш гость – супер-тяжеловес Даниил Арепьев! Не отдавай, не отдавай, Вал. Не отдавай, Вал. Блокируй руки.
Победитель!